Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем строить наш танк с тысячей пушек в игре под названием Mad Tank. Как вы видите, я немножечко поиграл, заработал довольно дохренище денег, 260 тысяч практически, и мне этой суммы хватит для покупки какой-нибудь новой крутой штуковины. А именно, я даже не знаю какой, давайте посмотрим. Основную пушку менять я пока не хочу, мне мой миниган более чем нравится. Я хочу поставить что-нибудь очень крутое дополнительное. Пускай это будет... Вау, Хоук! Стоит 180 тысяч, ничего себе. Так, это мне не надо. 180 тысяч. Что ж, давайте попробуем приобрести эту странную штуку. У нее, по всей видимости, тоже три ствола и... А как она стреляет? Чё-то довольно медленно, может быть, просто это на превьюшке так медленно. Ладно, покупаем, я думаю, она мне пригодится. Такс, и куда бы ее засандалить? Наверное, давайте поставим ее в зад. Такс, вот он этот Хоук, и поехали сражаться, заработаем еще немного денег, и я попробую купить себе какой-нибудь новый корпус. Что ж, хотя... Да, поехали, и смотрим, как стреляет пушка и... Так, а где этот Хоук? Стоп, блин, я поставил не Хоук. Черт возьми, я поставил не Хоук. Сижу, думаю, что за хрень происходит? А оказывается, у меня стоит не Хоук. Так, с это мы все убираем. Ставим Хоук назад, как я и собирался. Так, спереди мы ставим тройничок. Ну, а наверх вогрузим вот эту вот охренительную миниганщину. Что ж, поехали. Да, игнор и старт. Что ж из этого получится? Это самонаводящиеся ракеты, на секундочку, друзья. Это самонаводящиеся ракеты. Блин, бои с боссами станут в 1000 раз приятнее. К тому же урон от этих ракет по 700. Это, по-моему, очень безумно много. И зомби даже толком не успевают выйти из-за пределов экрана на мой экран и сразу же погибают. Это круто. А что происходит с боссом? Чё? Ха-ха, где босс? Где ваш босс? И это, по-вашему, босс? Эй, блин. Давайте пускайте сразу всех зомбарей, я сразу со всеми расправлюсь, заработаю кучу денег, куплю себе новый корпус, но хотя вот с такими штабелями все еще некоторые проблемы имеются. Приходится лавировать, уворачиваться и, в общем-то, не подпускать их к себе. Оба-на, я не успел даже ничего сказать, как уже вышел следующий босс, и следующий босс уже погиб. Шикарно, а прикиньте, если поставить корпус, в котором будет 6 или 7 слотов для оружия, и все эти слоты забить самонаводящимися ракетами. Нет, это слишком читерски, так нельзя. Жесть, а какие же оружия... Уже опять босс? А какие же оружия будут дальше? Блин, даже страшно подумать. Очень страшно думать об этом. Надо, наверное, подходить поближе к боссу, когда он вылазит, чтобы ракеты летели именно в него и не отвлекались на его маленьких прислужников. Зачем? Зачем нам это надо? Ну, сейчас, ладно, уже выйдет следующий босс. Думаю, сегодня, в этот раз, мы сможем пройти все 10 волн. Я даже, если честно, в этом и не сомневаюсь. Конечно, у боссов уже по 8, скоро будет по 15, по 20, по 30 тысяч хп. Но ракетки, которые дамажат по 700... Такие проблемы решают очень быстро. Так, давай-ка стреляй в босса. Чё ракеты разлетаются совсем не туда, куда мне хочется? Если бы можно было как-то мышкой выбрать цель наведения, то было бы здорово. Было бы очень удобно. Но ладно, нельзя. Так нельзя. Просто можно иногда потерпеть. Жесть, но следующая пушка подобная будет стоить очень много денег. А я заработал всего лишь пока 20-ку. Хотя, если я пройду 10 волн, там будет небольшое умножение прибыли. И, короче, возможно, даже хватит на новую ракетницу. Но хочется новый корпус в первую очередь. Вроде как у меня есть алмазы, и их можно потратить на новый корпус. Но я не знаю, хватит ли. Алмазы давались бесплатно за то, что там, типа, ну вы знаете, зашел в игру, покрутил рулетку. Вот тебе на, держи, Саня, купи себе новый корпус. В конце-то концов, что ты ездишь на этом сраном говне? Неизвестно. Медленная, неповоротливая. Маленькая, пушек особо не поставишь. Короче, плюсов меньше, чем минусов. Хотя она все-таки довольно крутая. Это платформа. И если бы не она, я бы не заработал вообще ничего. А у босса уже тем временем 12 тысяч хп. Блин, и тут прям... Уай, как потно становится. Много зомбарей, толком уворачиваться негде.
Босс погибать не хочет, сейчас он меня схватит. Не схватит. Фух, повезло. Эти гребаные штабеля преградили мне дорогу, и я реально мог погибнуть. Чудом удалось спастись. А можно ли продавать пушки, которые тебе уже не нужны? Хотя тройничок там за большие деньги особо не продашь, я думаю. Куда? Он же сам по себе не прокачивается. Прокачивается сам вид вооружения тройничка, а сама пушка остается прежней. Да блин, вот опять, как же не вовремя выходят эти штабеля. Но благо босс очень медленный, зато у него 18 тысяч хп. Значит, что следующие волны тоже будут иметь около того здоровья, но при этом двигаться будут гораздо быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, все ракеты улетают в штабеля, вместо того, чтобы атаковать босса. Приходится целиться только как-то миниганом своим, но он особо дэмэджа уже не наносит. Против пехоты противника, да, он идеален, а вот против боссов, ну, такое себе. Отлично, босс погиб. Восьмая волна, друзья. Зомбарей становится в разы больше. Все гораздо напряженнее. Но я не напрягаюсь. Ситуация напряженная, но зачем напрягаться, когда у тебя есть самонаводящиеся ракеты и... Оба-на, новые зомби какие-то пошли красные, я их до этого не замечал. Это типа зомби-камикадзе, или они просто быстрее двигаются? Блин, да у вас что-то много! У вас что-то охренеть как много! Мне по-любому нужно прокачивать вооружение. Ладно, чувак, беги за мной. Беги за мной, попытаемся тебя как-нибудь увести отсюда. Проскочить сверху и... Надеюсь, получится. А, ты погиб уже, отлично. Волна 9. Два босса, друзья, два босса до финиша. Не знаю, что там будет на 10-й волне, но что-то жесткое, я думаю. Эй, я ж тележку взял, да? Или нет? А денег уже 65. 65 рублей. 65 тысяч рублей. Шикарно. Че, штабеля пошли, да? Ну, после этих штабелей сразу же и выскочит босс. Давайте. Выкидывайте этого гиганта сюда. 20 тысяч хп. Супер большой размер. Супер большой урон. Супер большая скорость. И, похоже, это финиш для меня. Похоже, все-таки я не готов к таким столкновениям пока еще. Я, конечно, пытаюсь как-то увернуться, но зомбарей слишком много. Слишком много. Давай. Мы хотя бы должны его еще убить. Это же деньги ходячие. Отлично, 50 хп. Ну, посмотрите, сколько отрядов зомбарей. Тысячи уже идут. Не справляюсь. И с первого выстрела они не погибают. У них стало гораздо больше хп. Урон вроде бы и плохой, но приходится несколько раз попасть. Вот поэтому зомби скапливаются, я думаю. Не хватает тупо дэмэджа. Еще вот эти, блин, отряды. Оу, чё за... Супербосс какой-то, да? Сколько? 100 тысяч хп! 100 тысяч хп, вы чё? Ай, ай-яй-яй! Я ж не увернусь отсюда! Фух, увернулся. А, он... Это чё такое ты сделал? И чё, и как? Я не могу пройти там, типа, где этот... А, могу, пердёшь. Дай пройти. Если будет только один босс, то я с ним справлюсь, в общем-то. Наверное. Да, ай, ай-яй-яй. Ракеты знают своё... Да чтоб тебя! Ракеты знают своё дело и... Да как же ты меня заколебал! Вот сюда! А-а-а! Пострадал, но жив, все еще жив. 24 тысячи хп. Увернуться, не увернулся. Слишком медленно наношу урон. И слишком мало было. Хп, ладно. Отлично, сколько у меня денег? 386 тысяч. Вау. Вау. Так, ну что, идем в магазин. О, лотерея, давай. Че, а бесплатно можно? А бесплатно нельзя. Ладно, что у нас тут дают? Неплохо, 50 алмазов. И потом будет халявный корпус под названием Rapid Star. Выглядит круто, похож на самолет. Но пока здесь что? Можно? Нет, нельзя. Хотя... Ладно, потом. В магазин. И покупаем новый корпус. У нас есть... Конквер за 75 тысяч, выглядит неплохо, но так себе. Конквер H06 и есть Бонбрикер. Выглядит вау. Или возьмем Конквер H06, там, по-моему, супер много слотов. 6, охренеть, очень много слотов. Давайте возьмем его. Да, мне он нравится, определенно, точно мне он нравится. Бэмс, посмотрите на этого гиганта. Вау. Так, четыре основные пушки можно ставить. Вы чего?
Вы просто подумайте, что из этого получится. Сколько слотов под пушки? А зачем столько слотов под пушки? Окей. Хочу еще один Хоук. Так, 360 тысяч хватает. Друзья мои, это будет что-то невообразимое. Хоук сзади, Хоук спереди. Так, еще... А где мейнган? А чё я не могу его? Подождите, подождите. А куда я поставил? А, я поставил мейнган уже, да? Так, нам нужно поставить... А сюда не ставятся? Я думал, здесь тоже слоты... А, это для основных пушек. Ладно, сюда. Сюда. Нет, это жестко. У меня даже слов нет. Слишком много слотов под орудие. Дрона могу даже взять. Может, еще что-то прикупить? Так, хоуки стоят, да? А, я хоуки переставил, да, получается? К сожалению, да, затупил. Так, хоук спереди, хоук сзади. Вот так. Все, все пушки установлены. Давайте пойдем в магазин и посмотрим, что я еще могу купить. Трипл стикс может взять. Или лучше накопить на гатлинге. Да, накопим на гатлинге, наверное. Здесь толком не хватает денег. Трипл раптор тоже не хватает. Ладно, погнали. Погнали, сразимся, посмотрим, что у нас вышло из этого. Ха-ха-ха, посмотрите на это чудо. И оно охренительно быстрое, это чудо. ХП, правда, маловато, всего лишь 600, я не знаю почему, но... Сколько снарядов летит в разные стороны. Это просто непобедимое оружие теперь. Ха-ха. Если бы все слоты были заняты орудием, вот тогда было бы настоящее месиво. Нет, ну это уже жестко. Это уже жестко. Как еще башни крутятся? А, смотрите-ка, башни в один момент сталкиваются и не могут крутиться дальше. То есть, да, может быть, имело смысл только одну башню поставить. А так получается, что одна башня мощная, вторая не очень. А мы босса уже убили? А когда мы босса успели убить, я даже не заметил его, если честно. Видимо, самонаводящиеся ракеты слишком жестко сработали. Так, ладно. Ну так я пройду по-любому 10 уровень. Как может быть иначе? Я даже зомбарей не вижу толком. Где вы? Выходите, о. Штабеля, ну и чё? Очень крутой танк. Очень крутой танк. Уворачиваться ни от кого не придется. Жестко, очень жестко. Давайте, третья волна уже, да? Смотрите, он просто сейчас даже не дойдет. Как поливают. А если поставить 4 гатлинга слева, справа, сверху, снизу по гатлингу, это будет вау. Это будет реально очень сильный вау. Эффект. Жаль, что дрона всего лишь одного можно ставить, но он, по сути, бесполезный. Он там дымажит пару десятков и стреляет медленно. Сам не понимает, куда стреляет. Просто крутится вокруг танка, что-то плюется там снарядами. Но смысла от этого маловато. Наверное, стоит вот так перевернуть, да? Чтобы гатлинг стрелял влево. По боссу. Немного хотя бы. Так, ну пятая волна. Выпускайте сразу штабелей. Вот они, вот они, вот они. Вот я их хотел видеть. Так, сдавайте. Забустимся немного, чтобы вышел следующий босс быстрее. Ну и дальше стоим, ждем, ожидаем, выжидаем. А сколько денег мне дадут за того суперкрутого босса? Или какое-нибудь, может быть, новое оружие разблокируется? Или просто мне новое оружие дадут бесплатно? Ведь должна быть серьезная награда за победу над таким гигантом. По-любому. Не знаю, блин, что-то вот из-за того, что размер большой, вроде как бы и быстрее начал ездить, но и уворачиваться сложнее. Смотрите. Что с вами произошло? Ну, практически добрались. Должен отдать должное. Практически смогли цапнуть мой танк. Но обшивку бы все равно не пробили. Вот он. Вот оно, вот оно, вот оно идет на меня. Чудо это. Где ракеты? Ракеты. Отлично. Хорошо, что когда вышел тот большой гигант, с ним не было сопровождающих всяких зомбарей. Если бы они были, то, ну, стало бы в 10 раз сложнее проходить босса. А так просто, ну, я где-то что-то как-то затупил. Ай! Ай! Эй, что за... А к этому меня жизнь не готовила. Друзья, они оторвали от моего танка кусок.
Это броня. Да, она меня защищает, но там были пушки. Хорошо, что там хотя бы не хауки были установлены. Если бы там были хауки, это была бы беда. Я бы лишился своего самого главного оружия. Блин, а что теперь делать? Они навсегда отвалились? Или мне все-таки их вернут? По итогу. Чё-то не круто. Чё-то не круто. Блин, пипец. Надо было сразу все слоты забивать пушками, тогда бы этого не произошло. Зомби бы точно не смогли ко мне подобраться. А теперь одна из сторон у меня практически беззащитна. Ой, ты уже тут, да? Ты уже тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я потерял уверенность, которая у меня была до этого. Ах, фух. Чуть еще одну сторону не отломали. Это могло произойти. Такс, отцепитесь от меня, мне уже становится страшно. Мне становится страшно. Ай! Друзья, это подстава! Это подстава, нет! Отстаньте! Отстаньте от меня! Я беззащитный, у меня нету боковых орудий для защиты! Отстаньте! Ай-я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 й! Ух, прошел! Друзья, я не знаю, сможем ли мы уничтожить босса, но пытаемся. Основные пушки закончились, остались только ракеты. Жесть, вот тут надо быть очень осторожным. Так, зомби начинают агриться, у них появляется рейдж, они бегут быстро. Это жестко. Это жестко. Всего лишь два маленьких попадания лишили меня всей огневой мощи. А вот он и босс. Вот он и босс. Так, ну давайте, зомби, покидайте поле боя. Сейчас мы сразимся с нашим главным врагом. По идее, должны его победить. А чё он не использует свои атаки, как раньше? А, вот она. Только что-то она плохо прорисовалась. Вот он. Началось безумие, убегаем. Началось безумие, но мы практически его убили. Давай. Ты сейчас погибнешь. Ты погиб, чувак. Отлично, уровень очищен. Фух. Неприятно. Эй, сколько денег? Ну да, основной дэмэдж внесли как раз таки хоуки. Фух, хорошо, что запчасти остались на месте. Это радует. Это, друзья, очень радует. Ну и думаю, на этом мы пока с вами остановимся. Танк выглядит неплохо, прокачиваем его. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, всем удачи, пока.